Наука не стоит на месте, особенно в наш 2020 год. Что поменялось в мире контрацепции за время пандемии, поговорим с доктором медицинских наук, профессором кафедры акушерства и гинекологии Дальневосточного государственного медицинского университета Еленой Юрасовой. Елена Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, действительно, мы сейчас живем в такое интересное время, которое очень бурно развивается, появляются какие-то новые препараты, и я думаю, что не только для борьбы с коронавирусом, но и в других областях медицины. Что у нас происходит в мире контрацепции? В мире контрацепции достаточно все стабильно, хотя новые препараты на самом деле появляются, но они являются дженериками, хотя новые разработки, безусловно, идут. Что касается вообще препаратов, то рынок сегодня очень богат, и, безусловно, есть из чего выбрать, но мне хотелось бы сказать о том, что выбор всегда должен быть очень индивидуален, потому что каждая женщина самодостаточная, индивидуальная, неповторимая, и, конечно, специалист должен все это учитывать, все особенности, все тонкости организма, чтобы индивидуально, есть, конечно, все подобрать. Я почему начала еще говорить про коронавирус? Да потому что появляется в интернете, в журналах, в других изданиях много информации о том, что, в общем-то, в целом за последние полгода очень снизилось количество людей, которые занимаются сексом. Соответственно, и контрацепции уже им не столько нужно, сколько раньше. Есть ли у вас какие-то данные по поводу нашего города или страны? Ну, таких данных, наверное, как бы еще не успели сообразить, что их надо собрать, но естественный процесс изоляции, ну, конечно, этому, безусловно, способствовал. Но те люди, которые исходно следят за своим здоровьем, да, которые уже приняли решение, со своим доктором все обсудили, то я думаю, что на это мало что повлияло, да, и даже та же изоляция, да, и тем не менее люди, ну, приверженцы, наверное, того или иного метода. Другое дело, что, в принципе, независимо от проблемы коронавируса или отсутствия его, или какой-то другой проблемы, население, и особенно молодое население, очень мало информировано о проблеме контрацепции, о именно таких вот достоверных данных, о вообще какой-то положительной информации в отношении контрацепции. Поэтому, по большому счету, статистика достаточно скудная. Даются данные, что до 18% гормональная контрацепция эффективно принимается сейчас. Кто-то дает 11%, но даже есть такие цифры, как всего 4% использования контрацепции гормонально эффективной в Российской Федерации. Это, конечно, безумно мало. Есть две такие категории людей, которые очень боятся абортов, и не дай бог это в жизни их произойдет. И есть другая категория людей, которые считают, что гормональная контрацепция может привести к каким-то жутким болезням, это даже зло, к раку. Да, они считают, что это зло, да. Жуткое зло. А вот где найти баланс, что вы этим людям скажете? Это нужно искать только ответ у врача. То есть у каждой женщины говорят же, что должен быть свой стоматолог и свой гинеколог. То есть это тот специалист, которому женщина будет безраздельно доверять. Она может рассказать все свои сомнения, страхи, какие-то проблемы. И грамотный доктор будет вести четкий учет этих жалоб. Да? Он ее хорошо обследует. Подойдет, опять же, к выбору контрацептива идеально. Или же в ситуации, когда бывает же такое, когда мы не можем подобрать именно гормональную контрацепцию, даже если пациентка настаивает на этом, то обсудить с ней какие-то альтернативные вопросы. Контрацепции. Поэтому все решается, конечно, индивидуально и только у специалиста. Очень часто девчонки, женщины, даже взрослые женщины назначают сами себе контрацептивы, да, они услышали, что их подруга Ирочка или Наташенька принимает, у нее теперь такая прекрасная кожа, она шикарно себя чувствует, у нее нет никакого предменструального синдрома, и все великолепно, и она думает, что ей тоже это подойдет. Уместно ли такое? Недопустимо абсолютно. В какой-то ситуации, безусловно, один препарат может подойти и одной, и второй женщине, но это решает, повторю, только специалист. Может быть такая ситуация, что препараты в принципе противопоказаны. И это нужно только выяснить, и это выясняется только после полного обследования, да, и делает заключение, конечно, только специалист. Но существует ли действительно какая-то популярность среди препаратов? Потому что действительно, если поговорить с подружками, выяснится, что одна, вторая, третья, они сидят на одних и тех же таблетках. Получается, что вот одни и те же препараты подходят большинству людей. Так ли это, или же все-таки есть нюансы?
Нюансы всегда есть, и, конечно, в последнее время, может быть, мы обсуждаем какие-то более новые препараты последнего поколения, но все-таки хочется попробовать, да, опять же, как они работают на самом деле, потому что доктора, в первую очередь, и на себе что-то пробуют, это же тоже не секрет. Но старые добрые препараты ничем не хуже. Почему я и повторяю о том, что выбор идет только очень индивидуально. Можно вернуться и к препаратам низкодозированным, и к микродозированным в отношении дозы гормонов. Это все зависит от ситуации, в которой находится женщина, от возраста, в котором находится женщина, и от ее потребностей. И, безусловно, это не значит, что вот мы подобрали препарат, и она будет его получать вот длительно, и только этот препарат. Все возможно менять, все зависит от предпочтений, от каких-то ситуаций, жизненных ситуаций, они тоже бывают очень разные. Ну, конечно, все решается индивидуально. Раз уж мы начали разговор про гормональные контрацептивы, давайте поговорим вот о той боязни женщин, которая их преследует. Вот некоторые считают, да, что если они будут принимать эти таблетки, у них вместо красивой кожи и прекрасного настроения будут какие-то побочные эффекты. И некоторые даже боятся, что могут как-то начать плодиться раковые клетки. Так ли это? Действительно, зависит ли наше состояние так сильно от контрацепции? Наше состояние, конечно, от контрацепции зависит, потому что мы все состоим из гормонов, из разных гормонов, но сказать, что конкретный какой-то препарат или в целом гормоны вызывают рак, это абсолютно неправильно. Безусловно, раковые клетки есть у нас у всех. Существует такая печальная статистика, которая была озвучена в 2012 году, что 4% женщин моложе 40 лет уже в данный момент имеют тот или иной раковый процесс. Просто на него нужно время, потому что рак развивается не за день, не за два, это нужно десятилетие, и важно как можно раньше это все выявить и, конечно, предпринять какие-то действия. У женщин старше 40 лет рак есть у 65%. И это, к сожалению, так и есть, потому что у нас, к сожалению, в России выявляемость раков очень поздних стадий, а мы говорим как раз о вот предраковых состояниях, либо ранних стадиях. И это, конечно, необходимо учитывать. Препараты, есть такая ситуация, что, допустим, вот есть нераспознанный процесс, хотя мы, в общем-то, проводим полноценное обследование, если женщина, конечно, пришла заблаговременно и все с доктором обсуждает, мы можем не выявить, потому что еще совсем начальной стадии. И начав принимать препарат, он может немножечко подстегнуть скорость. Но женщина, принимающая гормональную контрацепцию, должна регулярно посещать своего врача. И считается, что даже если препарат мог спровоцировать более быстрое развитие опухоли, то опухоль будет выявлена на ранней стадии. Это лучше однозначно в плане лечения. Безусловно, препарат сразу отменяется, да, но лечение более щадящее в этой ситуации получится, и это тоже не так уж и плохо. А сказать, что вот женщина здорова, назначили контрацептив гормональный, сделали рак женщине, это абсолютно неприемлемо. Так нельзя сказать. А с какого и по какой возраст можно принимать гормональную контрацепцию? Как только репродуктивная система женщины готова к воспроизводству, маркером клиническим является первая менструация или менархия, считается, что вот с менархии возможно, потому что с менархии женщина имеет право рожать, организм готов к этому. Ну, навряд ли кому-то это придет в голову так рутинно использовать, потому что это еще маленькие девочки, но контрацепцию использовать, конечно, можно. Ну, то есть, если девушка начала свою половую жизнь лет с 14-15, то она вполне может себе позволить... Она вполне может забеременеть и использовать себе гормональные контрацептивы. Теперь давайте сделаем такой общий обзор по той контрацепции, которая вообще в мире существует. Мы с вами обсуждали гормональную контрацепцию. Существуют еще другие виды. Какие? Почему мы начали с гормональной контрацепции? Потому что она считается максимально высокоэффективной. У всех остальных методов, какие бы хорошие они ни были, и с какими бы отрицательными моментами они ни были, но эффективность всегда будет меньше. Даже презерватив? Конечно. Где-то порядка 80-85% эффективность у презерватива. Хороший процент, но тем не менее это не 100. Но зато презерватив еще и защищает от болезней. Защищает, но опять же не от всех. То есть, вот, да, это хорошо. Но по большому счету, особенно молодую аудиторию, мы, конечно, должны ориентировать именно на этот барьерный метод контрацепции, потому что на самом деле двойной эффект – это предохранение от беременности и предохранение от инфекций, передаваемых половым путем. Ну, другое дело, думали бы еще молодые люди об этом, да, и в такой момент, конечно. Mm-hmm. Есть другие методы. Есть методы химической контрацепции, которые используются локально, непосредственно вот перед половым актом. Там только нужно некоторые условия соблюсти, чтобы препарат просто
просто подействовал. Есть препараты внутриматочной контрацепции, которые сейчас могут быть рекомендованы и молодым, не рожавшим женщинам. Это, конечно, вот такой вот бум в заявлении, и, в общем-то, гинекологам со сформировавшимся мнением очень сложно к этому привыкнуть. Это внутриматочные спирали. Да, внутриматочные спирали. Их всегда говорили, что могут только женщины только рожавшие. Да, вот. Сейчас как бы эти каноны немножечко вот изменились, вот, и, в принципе, если женщина имеет одного полового партнера, то считается, что этот метод достаточно безопасный, учитывая тот момент, что он, конечно, предохраняет от нежелательной беременности. Именно так. В этом безопасность. Интересно, а почему же раньше только для рожавших это было, ну, применялось? Ну, потому что считали, что инородное тело в полости матки создает дополнительный риск восходящей инфекции. Ну, сейчас это все, конечно, осталось, да, потому что по технике постановки усики, которые остаются во влагалище, да, это фактически веревочная лестница, которая сброшена вниз. Да, к микробам, да, заходите, пожалуйста, да, и им облегчает проникновение. И почему я и говорю, что если у женщины один половой партнер, и риск передачи инфекции минимизирован, тогда, ну, он, в общем-то, исключен, и тогда, конечно, метод можно использовать. Ну, а если женщина или половой партнер не придерживается вот таких вот достаточно строгих, как бы, канонов, ну, тогда риск, конечно, повышается, и просто смысла нет в этом методе. Что насчет инъекций? Я знаю, что на Западе, да, это стало довольно популярным методом. Ставят укол, и на месяц, по-моему, можно забыть о том, что тебе нужно что-то принимать и вообще беспокоиться. У нас есть все то же самое, то есть существуют инъекционные препараты, которые вводятся раз в месяц, и существуют, которые вводятся раз в 3 месяца. То есть это уже, ну, кто испытал и кто так готов к этой ситуации, их тоже можно использовать. Вот, просто по составу они немножечко отличаются от комбинированных оральных контрацептивов, в которых 2 компонента гормональных. Здесь будет 1 гормональный компонент, и с этим могут быть связаны некоторые состояния женщины, которые нужно оговорить с врачом исходно. В частности, на фоне этих препаратов у женщины не будет менструально-подобной реакции. Если женщина согласна с этим мириться, да, она может использовать. Но для кого-то это неприемлемо абсолютно, сам факт отсутствия менструации. Она считает, что женщина считает, что она не женщина, если нет менструации. Вроде бы как, да, хотя, в принципе, это, ну, вообще ничего не стоит. Да, и наоборот, некоторым облегчает жизнь. Абсолютно, да, да. Но кто-то вот таких вот четких канонов придерживается, ну, пожалуйста, тогда мы подбираем другой метод, безусловно. Есть еще, помимо инъекций, есть еще импланты, которые можно поставить под кожу на 3 года. И тот же эффект, на в общем-то, получить. На 3 года, да. Причем за достаточно небольшую цену, это тоже немаловажно, учитывая сегодняшнюю ситуацию. Поэтому это, конечно, есть смысл рассмотреть этот момент контрацепции. Мы с вами обговорили о том, что гормональные контрацептивы могут повлиять на развитие раковых клеток. Есть еще опасения у женщин по поводу печени, то, что это все проходит через наши очищающие органы, как-то ему может стать плохо, и в целом мы можем чувствовать себя как-то, как будто бы у нас какая-то интоксикация, может быть, могут появиться какие-то отеки, и вместо красивой кожи, наоборот, высыпание. Что с этим делать? Это, конечно, не без обоснования, есть такое заявление, но нужно учитывать всегда еще эффект плацебо. То есть вот если 2 группам женщин дать препараты, одним настоящий гормональный, знает только исследователь, да, а другим просто плацебо, то всем будет казаться, что да, наверное, вот что-то стало не так, да, хотя это на самом деле может быть и не совсем правильно. С другой стороны, можно всегда выбрать, потому что препараты разные по поколениям производства. И на самом деле есть те, которые практически не проходят метаболизм в печени, у них совсем другой механизм действия, и можно даже вот здесь, так скажем, поиграть, ну, в плане подбора контрацепции. Но всегда нужно помнить, что накануне приема любых медицинских препаратов женщина проходит минимальное клиническое обследование. И в процессе приема тоже необходим вот такое вот диспансерное наблюдение, и включая которое женщина будет сдавать определенные анализы. Это не бог весть какие там дорогие там, или там какие-то запредельные, да, это достаточно простые биохимические исследования, которые позволят отследить и состояние печени, и как раз влияние препарата, есть оно или нет. Вот. А, конечно, вот, субъективное мнение, оно всегда вот такое вот первое, да, и кажется, что все, выпил таблетку и ждешь, что с тобой произойдет через 2 минуты, да ничего не произойдет. Если грамотно все подобрано, все будет хорошо. А также таблетки нужно принимать в определенном порядке, правильно? Мы встаем утром и сразу принимаем ее на голодный желудок, не или нет? А уместно ли, например, принимать алкоголь накануне? Влияет ли он как-то на контрацепцию? Что с этим?
Когда принимать таблетку, женщина решает сама. То есть она сама выбирает свой режим. Мы только следим за тем, чтобы она принимала это в одно и то же время суток. Не обязательно утром. Утром, как правило, мы бежим все на работу, опаздываем, мы точно ее забудем принять. Может быть, есть смысл где-то вечером, накануне сна. Совместимость с едой. Здесь особых нет таких четких каких-то прямо распоряжений. Ну, навряд ли кто-то перед тем, как лечь в постель, прямо вот ест. Явно, что есть какой-то перерыв, тем более все следят за здоровым образом жизни и пытаются 2 часа-то точно выдержать. Вот. Поэтому, конечно, вот какой-то интервал можно соблюсти. Ну, и даже прием алкоголя, мы же говорим, что это такой минимальный как бы прием. Да? Итальянцы вообще считают, что бокал вина в день – это в принципе необходимость. Поэтому вот, смотря, конечно, какой прием и какой повод бокал для этого, смотря какой бокал, да, вот. Поэтому, конечно, женщина выбирает режим сама, вот, когда ей удобно, лишь бы вот перерыв не составлял более 24 часов. Если же такое случилось, то есть инструкция, как действовать в той или иной ситуации. Там меньше 12 часов прошел перерыв или больше 12 часов, и там четко все написано. Если от страха невозможно прочитать инструкцию, тогда всегда, опять же, есть возможность прийти к специалисту, он четко все объяснит, как действовать, как быть дальше и что делать в какой-то ситуации. Угу. А что насчет контрацептивов местного применения? Да? Я сейчас, наверное, имею в виду какие-то вагинальные кольца, может быть, пластыри, если это правильно называется. Угу. А, женщины считают, что как раз у них меньше влияния на печень, так ли это, так ли они полезны, как многим кажется? Угу. Эти препараты тоже из разряда гормональных, несмотря на то, что у них вот такой вот эксклюзивный путь введения в организм. Доза у них, в принципе, стандартная, минимальная. Есть такие же таблетки. Это просто какие женщины имеют предпочтение, как ей удобно. В отношении, что они более полезны или не полезны, сложно сказать, потому что механизм действия примерно одинаковый. Вот. И современные препараты низкодозированные, микродозированные, они в принципе минимально влияют и на биохимические параметры крови, и на печень. Поэтому, в принципе, риски минимизированы на сегодняшний день. Есть женщины, которые выступают против контрацептивов, и также их мужчины, потому что считается, что вот эти методы снижают либидо. Так ли это? Как с этим бороться? Есть такое, потому что у монеты всегда две медали, да, и вот это как раз вот эта вот обратная сторона, но которая затрагивает далеко не всех. Это, опять же, все очень индивидуально. У кого-то на самом деле пропадает полностью желание, зачем такая контрацепция, нужно, конечно, все поменять. Кто-то отмечает наоборот, вот какое-то спокойствие, что предохранен от беременности, и тогда, сдерживает женщину, и наоборот, это вот просто ее потенцирует, конечно, да, это очень хорошо. То есть, опять же, все очень индивидуально. И, к сожалению, наверное, да, пока вот конкретная женщина не возьмет принимать конкретный препарат, мы не можем сказать, будет у нее этот эффект или не будет. Нужно это все подбирается, нужно, конечно, да, подбирать. И надо помнить, что всегда можно все поменять. Это не значит, что вот тебе назначили препарат, это приговор. Все можно поменять, все можно пересмотреть. Не нужно мучиться, если почувствовали дискомфорт. Не нужно. Вы сказали о том, что вот для молодых людей, для молодых девушек лучше всего применять все-таки барьерный, да, способ контрацепции. А вообще, в каком возрасте нужно начинать общаться с ребенком, да, еще до его полового созревания, о том, что контрацепция – это очень важно для того, чтобы не наступила незапланированная, нежелательная беременность? Все, опять же, тоже очень индивидуально, и каждая семья решает это сама. Мы не должны говорить там с 3-летним или 5-летним ребенком о контрацепции. Все начинается с вопросов гигиены и вот такое самосохранительное поведение, чтобы родители прививали ребенку какие-то определенные каноны. Это просто уровень исходного воспитания. В последующем это все логически перетечет, и каждая семья понимает, когда этот вопрос нужный, можно оговаривать. Но самое главное, чтобы родители тоже понимали, что они могут сказать, четко, да, достоверную данную ребенку своему предоставлять, не стеснялись этого делать, потому что, к сожалению, как бы это тоже есть. Например, на Западе вообще принято картинки, да, книжки, где все расписано, отношения полов расписаны, и дети знают это и не стесняются чего-то такого. Можно подсовывать книжки детям? Да, и они у нас сейчас уже, к счастью, есть. Да, вот. Единственное, что я хотела сказать, к сожалению, что не нашего производства. Это переведенные какие-то издания, но это тоже хорошо.
Вот. Это какие-то вот мультяшные комиксы, может быть, что-то, да, но чтобы ребенок не думал, что это что-то зазорное, что-то это вот как-то стеснялся бы этого. Это норма жизни. Это нормальные отношения, да, потому что он наблюдает эти же процессы у животных и иногда с ужасом спрашивает, а что это такое? Это нормальный физиологический процесс его организма, и он должен понимать, что это норма, и вести себя соответствующим образом. Несмотря на то, что сейчас очень много информации и в интернете, и на телевидении, и вообще и в поликлиниках, где угодно, многие молодые пары, и даже те, кто постарше, все равно используют метод прерванного полового акта. Вот насколько это надежно? Не очень надежный метод, то есть где-то порядка 46-50%, но опять же, каждой второй паре может повести, так скажем, да, метод относится к разряду естественных, и вы понимаете, по механизму действия нужно быть все время в тонусе. Ну а в принципе секс должен приносить только удовольствие, в общем-то, да, ну и еще рождение детей. Не получается расслабиться до конца. Невозможно, конечно, вот. И нужно очень четко за этим следить, и наверняка вот не всегда будет такой подконтрольная как бы ситуация. Это одна сторона. Другой момент, что вот длительное такое вот перенапряжение и не получение полного релакса чревато развитием и психических нарушений. В первую очередь, конечно, у мужчины, потому что он более контролирует данный процесс. Процесс, да? Вот. Но у женщины не менее да, проблем возникает, и если рутинно этот метод используется, длительный, тем более, что мы проводим постоянно опросы с молодежью города Хабаровска, нам указывают, что ну, много, процентов там 16-18, в зависимости от года, что рутинно молодые пары это используют. Но это дешево, наверное, в первую очередь вот связано с этим. И с другой стороны, вот я так смотрю по всем приемам, вот по статистике заболеваемости, как идет сейчас, все развиваются процессы. Наверное, население теряет свою здоровую фертильность, и пары становятся субфертильными. То есть у них есть какие-то проблемы, по поводу которых они бы и так не смогли забеременеть. А они считают, что они используют метод контрацепции. И он надежный. Все хорошо, он работает, а он не должен, наверное, работать, он не может работать, потому что они и так, наверное, не могут забеременеть самопроизвольно. И вот этот процент сейчас, конечно, увеличивается. И это тоже очень настораживает, когда девушка на приеме говорит, ой, я все время использую, столько лет, и у меня все хорошо. Это, наверное, даже плохо. Что так все у тебя хорошо, потому что какие-то проблемы, видимо, есть. И надо их решать и выяснять, почему метод так работает хорошо. Потому что эффективность у него не такая высокая на самом деле. Мы еще пока не поговорили про экстренную контрацепцию. Что это такое и в каких случаях используется, и как часто, самое главное, можно это использовать? Препараты экстренной контрацепции используются в ситуации из ряда вон выходящей. Она так и называется пожарная, утро-после, вот, да, чтобы привлечь к этой проблеме внимание. По всем рекомендациям она должна применяться раз в жизни, когда возникает какая-то на самом деле экстраординарная ситуация. Но это, например, насилие? Да, в том числе. Препараты содержат очень большую дозу гормонов, в несколько десятков раз превосходящие вот те дозы, про которые мы говорим, и про которые якобы боятся даже принимать и говорят, что они вызывают раковые процессы. То есть здесь доза в разы больше, но на этом основан механизм действия этих препаратов. И принимать, конечно, их нужно крайне редко. Но статистика показывает, что молодые женщины применяют их достаточно часто, вот и там 2-4 раза в месяц. Вот совсем. 2-4 раза в месяц? Да. Ну, потому что у них, видимо, каждый раз как вот экстраординарная ситуация, они считают, что все, это последний шанс в жизни, ну и, наверное, так. Конечно, это недопустимо, абсолютно недопустимо, потому что возникают гормональные изменения, гормональный сбой, это шок для организма. И есть ли смысл и вот так использовать и потом иметь проблемы, осложнения, ну, конечно, каждый решает сам, но вообще-то это недопустимо. Шок для организма, в том числе и аборт, вот, несмотря на то, что опять-таки очень много информации, очень много об этом говорят на телевидении, в журналах, в газетах, везде-везде пишут, насколько это тяжело для организма, насколько это тяжело и физически, и морально, тут несколько, да, стороны, да. Сторон медали. Тем не менее, процент, по-моему, все равно довольно высокий женщин, которые приходят вот к этому решению, да, прервать беременность. Что можно им сказать?
Все знают, что аборт — это плохо, но тем не менее они есть, женщины их делают. За последние 10 лет удалось, конечно, снизить этот процент, но все равно есть этот факт. Сложно сказать, что движет женщины, да, в какой ситуации она попадает. Есть, если это ситуации какие-то экстраординарные, как мы говорили с вами уже, тоже насилие, это одно. Да? А когда женщина думает, что это ее, простите за сленг, пронесет, да, это, конечно, полная безответственность. И мне очень нравится, что мы когда со студентами делаем какие-то сообщения, они находят в интернете какие-то высказывания, и одна из цитат звучала следующим образом, что аборт не убирает проблему, он делает тебя матерью мертвого ребенка. И если эта женщина психологически может это вынести, она должна хотя бы в этом плане подумать, не говоря уже о том, что может развиться ряд каких-то гинекологических осложнений, проблем у этой пациентки, которые потом можно очень сложно исправить, если вообще это возможно. Потому что, как я уже говорю, консультируя, будучи на приеме, да, и случаи всегда достаточно сложные, и очень много приходит бесплодия. И всегда, когда женщину анамнез изучаешь, с ней разговариваешь, всегда уточняешь, то есть оно первичное или были беременности. Очень многие говорят, что была первая беременность, была прервана абортом, а потом 5, 15, 12 лет. Это влияет. Это влияет однозначно. Мы даже специально уточняем, точно ли это первичное бесплодие. И женщины очень многие говорят, что был первый аборт. И они всегда они понимают, что их сейчас будут ругать. Да? Mm-hmm. Смысл-то, что уже ругать? Их жизнь уже отругала и наказала. Да? То есть речь о том, что, конечно, это очень сильно влияет. И когда их спрашиваешь, почему вы тот шанс не использовали, все начинают говорить, это ошибка молодости, у меня бы вся жизнь под откос бы пошла, были какие-то планы на учебу, на работу, а это было бы помехой. Но, тем не менее, отклик, он и является большой помехой в последующем. Мы говорим о гормональных таблетках с точки зрения контрацепции, о том, что девушка, женщина может их принимать, когда у нее началась половая активная жизнь. Я знаю, что некоторым девушкам, женщинам прописывают эти таблетки для того, чтобы их вылечить от чего-то, не обязательно для того, чтобы защитить от нежелательной беременности. В каких случаях это происходит? Как я говорю на лекциях студентам, что основная масса работы гинеколога в женской консультации, лечение основных гинекологических заболеваний, и основано на назначении этих препаратов с лечебной целью. Потому что на сегодняшний день много исследований проводится, много написано рекомендаций, которые подтверждают это назначение. И когда, допустим, я женщине назначаю с лечебной целью, я ей говорю, мы вам контрацептив назначаем с лечебной целью, а контрацепция у вас будет бонусом. Чаще всего, конечно, и выгоднее всего назначать препараты, контрацептивы для профилактики развития миомы матки, эндометриоза, патологии молочной железы, патологии состояния эндометрия. Но иногда мы можем назначать и с целью лечения. Допустим, такое сейчас очень сильно распространенное заболевание, как синдром поликистозных яичников. Гормональная контрацепция является патогенетической терапией, то есть самой такой основной, хотя многие женщины отказываются от лечения, потому что чтобы контрацептивы только не принимать. Но мы говорим, что это же лечение, и бывает иногда сложно переубедить, потому что просто стоит какой-то блок. Контрацептивы – это зло. А что это? Это цивилизация не так у нас развита? Почему? Почему женщины считают это зло? Почему у них не хватает информации? Почему какая-то подруга что-то сказала, и она поверила ей, а не доктору? Что стоит на месте у нас? В принципе, к доктору ходить, наверное, совсем не модно. Почему мы и начали-то с того, что лучше пойти к специалисту и выбрать своего специалиста, с которым будет полный консенсус? Наверное, существующие возможные побочные эффекты, они всегда есть, потому что препарат химический, любой препарат химический, и будут какие-то нежелательные явления. Я всегда на этот вопрос говорю, вы читали аннотацию к аспирину? Там же, в принципе, до летального исхода, после приема таблетки, возможно, но тем не менее он же принимается, никто не говорит, я не буду принимать аспирин. И все хорошо, потому что раньше, может быть, были совсем другие препараты, там были другие дозы, и на самом деле были более серьезные осложнения. И эти мифы, они кочуют из поколения в поколение. К слову сказать, и ряд докторов еще, к сожалению, считает, что это тоже не очень полезно, и иногда так отговаривает пациенток, и, конечно, это неприемлемо на сегодняшний момент.
Что делать молодым сейчас? Вот они послушают это интервью, и они, например, хотят жить долго и счастливо, хотят деток в будущем, но вот пока сомневаются, что им сейчас нужно сделать? Пойти в интернет гуглить или к кому им обратиться? Лучше, конечно, пойти к врачу. Всегда... Просто за консультацией спросить, а вот как вы считаете, конечно, да? Конечно. Не по какой-то проблеме. Не по какой-то проблеме. Потому что, ну, у нас не, же принято, у нас что-то заболело, мы пошли. Проблемы. Совсем не обязательно ждать, когда проблема придет. Лучше пройти с профилактической целью. Просто прийти к доктору и сказать, пообщаться. Что... Да, да, подберите мне препарат. Я хочу, чтобы вы мне подобрали препарат чисто с целью контрацепции. А уже в процессе обследования может так выясниться, что этот же препарат может быть назначен с целью еще и лечения. То есть это будет вот такой двойной эффект, ну и, естественно, это будет все только во благо пациента. Есть ли у вас данные по поводу обучения населения, да, в плане контрацепции, профилактики нежелательной беременности? Ездят ли у нас по школам, рассказывают ли детям? Потому что я знаю, что за границей, да, ну, в Соединенных Штатах Америки у меня учились знакомые, они рассказывают про то, как у них просто в кампусах стоят автоматы с презервативами, везде какие-то есть плакаты для того, чтобы, ну, люди не наступили на те самые болючие грабли. Безусловно, работа ведется. В частности, вот в городе Хабаровске существует многоцелевая программа «Здоровый Хабаровск» под эгидой управления здравоохранения. И мы принимаем непосредственное участие. Мы и в разработке программы участвовали, и принимаем участие сейчас в ее работе. Мы работаем со школьниками, начиная с 8 классов. Там не только вопросы контрацепции, там вопросы просто гигиены, социальных навыков поведения, да, гендерного общения, вот, мужчины и женщины. А плавно, конечно, уже вопросы контрацепции тоже вплетаются, и мы все, конечно, обсуждаем. Программы разные, средняя школа, старшая школа, также беседы есть со средними учебными заведениями, вузы города Хабаровска, ну, исключая медицинский университет, потому что там-то программы обучающие совсем идут. То есть работа, на самом деле, ведется, но, конечно, наверное, этого недостаточно. Поэтому в семье тоже необходимо, чтобы эти вопросы обсуждались. Не надо, чтобы родители вообще стеснялись этим. Это естественный процесс. И лучше ты сам поговоришь со своим ребенком, нежели ему где-то расскажут в другом месте еще непонятно какую информацию. Было бы идеально, конечно, если бы в школе, да, вот, работали бы психологи, да, с которыми можно было тоже поговорить, и чтобы психолог сказал, что не зазорно, не стыдно и не страшно прийти к врачу-гинекологу, потому что, как правило, ну, гинеколог вызывает, что, ну, смущение, стеснение, да, да зачем я пойду в другой раз какой-то, отложу лучше этот визит. Конечно, такого не должно быть. То есть информация должна быть очень доступна, и, к сожалению, информация, которая сейчас есть в СМИ, она бывает не то, что недоступна, достаточно, она бывает даже недостоверная. И, естественно, погуглить проще, но не факт, что ты получишь качественную информацию. На какие сайты нам заходить для того, чтобы информация была достоверная? Вот, честно говоря, сложно сказать, потому что специализированных, ну, наверное, не существует. Сейчас развиты, я не знаю, Facebook, Instagram. Да, Instagram, где люди, которые, может быть, являются специалистами, может быть, считают себя специалистами в этой области, предоставляют информацию, и, ну, мне не совсем есть время все это отслеживать, но иногда скриншоты мне присылают. Ну, там же волосы дыбом. Что пишут якобы специалисты, да? Инстаграм-доктора. Да, инстаграм-доктора по поводу вот этих всех проблем. То есть недостоверная информация. И, конечно, я бы призывала просто этому не доверять, а именно сходить к специалисту, решить все вопросы тет-а-тет, вот, а не так публично. Елена Анатольевна, спасибо вам большое, что вы пришли к нам, все разъяснили. Мне кажется, все абсолютно по полочкам. Важно, чтобы наши зрители посмотрели это и намотали себе на воображаемый ус. Хорошо, спасибо большое.